Всем привет, подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы, как вы уже поняли по моей картинке ролика, сегодня мы будем снимать не Мерседес, не что, не Мерседес. Вы спросите, Лимон, ну как же не Мерседес, если это Мерседес? А вот нифига, извините за выражение, это Брабус. Самый настоящий Брабус. Ну мы, не будем тянуть время и сразу попробуем на нем проехать. Сразу говорю, я свое слово держу, так что как в том ролике, я говорил то, что будет видео про Брабус или про что-то там еще. Вот, я свое слово держу, так что сегодня мы быстрым Брабусом. Да, не уделяйся мега быстрым, потому что он очень... Я вообще, конечно, не видел, потому что я опять педали заел. Ну ладно, вот две. Видите, поменялось. Видите? Вот смотрите, сейчас я. Она красная стала. Да? А теперь третья. Она синяя. Она синяя. Вы же, наверное, слышите, что я все делаю? Также где его скачать, вы, наверное, знаете. Так, наверное, вы уже играете уже давно. Что-то я не знаю, просто напишите в комментариях, что еще можно скачать. Ну, реалистично, что тут еще реалистично скачать. Пишите в комментариях. Также сейчас мы уже практически выехали в лес. Также будет такая дорога, сейчас пойдем по этой. А, немножко пройти-то. Это нам и... Вообще, сейчас все блогеры едут на великах. Вот, на этом всем. А я. Подумал и решил, то, что, наверное, все. Ну, 24. Ух, 25. А может потом он будет вообще мало. А кто его, собственно, знает? Тоже старый наш пропал, во-первых, сразу скажу, все блогеры говорят, что я не знаю. Ну, Маруси, Москве. Да я тоже скажу, что это очень популярный город, который называется. Во-первых, Россия. А во-вторых, Камыш. Если кто не знает такой город, не знаю. Но вообще, кто может, его не знает. Ну, если только... Я не знаю, какой город. Вообще, если что, если у них есть... Когда он будет 16... Велик... Это... Может, тоже есть потому что на один гелик. Я буду онлайн. Ладно, пока спорили про наши будущие. Вот это потому что в том времени уже не гелик, а гелендваген на этом штуке. Короче, все вот это. Ладно, пусть ролик. Сейчас мы просто едем по городу и смотрим. Также я еще обещал готовить ролик про эту штуку. Но у меня не хватает времени это снять. Поэтому сейчас мы дойдем до определенного места, и, наверное, уже будет дальше. Вот мы доедем до определенного места. Да, не спрашивай.
Мы уже догадались его. Все, вот так. Идеально. И вот на этом моменте мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.